Праздничный концерт «Слава мужеству» в честь Дня защитника Отечества прошел в Дворце культуры «Энергетик» накануне праздника. Среди зрителей – ветераны вооруженных сил, воины-интернационалисты, представители Совета ветеранов Заинского района военного комиссариата. Перед концертом в рамках акции «Время достойных» всем отслужившим в армии в различные годы вручались ленточки с надписью «Я служил, я горжусь». Гостей праздника от имени всех женщин района с Днем защитника Отечества поздравила замглавы города Заинск Елена Недошивина. На сцене прошла церемония вручения медалей в честь столетия Вооруженных сил России. Концерт, подготовленный творческим коллективом, продолжался полтора часа и прошел при аншлаге.